Всем доброго времени суток. Сегодня, я не знаю, разбирал я этот раздел, не разбирал. Еще раз разберем его по анимации. Создаем анимацию в блендере, экспортируем этапы эти анимации в приложение OpenSpace 3D. И здесь создаем, вот тут есть такой раздел. Где оно? Вот оно. Движение тел называется. На английском языке Cinematic. Можно добавить Cinematic. Называем ее, например, Open. Там что-то. Open, например. И Close. У нас еще пока нет анимации, поэтому когда мы ее добавим, мы ее там разрежем. Close. Close, close. Open и Close. Так. Редактировать настройку. Мы открываем ее, видим вот такое окошечко. В этом окошечке мы должны добавить анимацию. Вот здесь добавляется анимация. Добавить кадр. Нажимаем ее, выбираем из той анимации, которая у нас есть. И уже здесь шаманим над ней. Включаем, просматриваем, докуда она должна проигрываться. Длина, переход. И вот здесь вот все настройки мы устанавливаем. Я не анимирую костями, поэтому кто умеет анимировать костями, эта штука очень удобная. Кости у нас как бы боун. Если кто умеет анимировать костями, тому будет плюс. Ну, я анимирую нодами, мне так удобней. Так, сейчас мы это отредактируем немного. Так, не то нажал. Отредактируем, я уже забыл как. Сделаем такую штуку. Так. Ну, например, это будет крышка какая-нибудь. От чего-нибудь крышка. Немного ее сделаем. Так. Так. Вот такая крышка, да? И надо нам квадрат еще один. У нас будет сюда. Так, этот объект выше поднимем. Ящик, например, у нас будет ящик. Ящик вот сюда. Так. В программе OpenSpace была одна проблема. Она не дружила с осями. Ну, то есть оси должны совпадать. Если они здесь не совпадают, то в программе все будет шиворот на выворот. Плюс с положением анимации также. Нодовской программа не очень хорошо дружит. Например, если я сейчас сделаю так. Так, включу автозапись. Здесь записали. Например. Так, что она у нас? Не перетаскивается. Как. Уже туплю, давно не пользовался. Например, так. У нас уже анимация есть. На 100 она у нас полностью откроется. RX. Так, откроется, да? А нет, не так. Так. Здесь она пойдет, паузу сделает. Вот с паузой здесь фигня в нодах. То есть если я делаю паузу, это типа разрыв между анимациями, и она будет дергаться. RX. Так, R. Сюда ставим. RX. Закрытие. И 200 кадров сделаем. RX.
200 единиц на 200. Проверяем. Вот у нас анимация. Открылась пауза и закрылась. Теперь все вот это, то что мы сделали, мы должны, так, мы должны это экспортировать в файле FBX. Экспортируем. Так, экспорт FBX. А, надо все выделить. И тут программа зависла и отвисла. Так, все выделяем. А анимация у нас ставит на 0. Сохраним это. Сохранить как какой-нибудь там ящик. Бокс. Бокс. Music box. Так, сохраняем. На рабочем столе она не сохранилась. А вот экспортируем мы FBX обязательно в папку, там где у нас хранится сама программа. Смотрим. Open Space, вот он у меня, да? Поднимаемся наверх. Вверх. И здесь ищем Asset. Asset, у меня модели. Новые. Боксов у нас нет. Есть A-Box, есть ТТТ. И экспортируем его как FBX. То есть вот это мы уже экспортировали. Там надо еще было посмотреть по настройкам размера. Я не успел посмотреть, поэтому если что, в программе увидим, как оно выглядит. Сюда добавляем наш бокс из Asset'а. Добавляется он только отсюда. Добавляется он только отсюда. Ion Box, вот он. Вот он уже конвертировался. Материалов у нас на нем не было. Он гигантский. То есть мы его уменьшаем. Так, редактировать размер. Размер здесь ставим 0, 1, 0, 1, 0, 1. Смотрим, что у нас экспортировалось. У нас экспортировался только сам бокс. Ну, вот это причуда блендера. Самой крышки нет, видите, да? Нет ее. Хотя она, вот она. Мы ее типа не видим почему-то. Не по неизвестной причине. Но она есть. Есть ее анимация. А, перейдем тогда в материалы. Скорее всего, вот сюда. Смотрим, что на две стороны. Диффузный. Что-нибудь добавим, какой-нибудь материал. Вот такой. И изменим вот этот. Он непрозрачный. Вот у нас крышка появилась. Есть такой глюк у нее. Теперь мы его видим. Видим. Можно поставить две стороны. Сетка. Обычный. Только вершины. И нет цвета, если нет цвета. Так, ну можно также поставить диффузный какой-нибудь материал. У меня тут особо нет материалов. Посмотрим что-нибудь. Модели. Ассеты. Так, текстура. Текстура. Здесь можно что-нибудь выбрать. Ну, например, такой. Так как у меня она не стояла сетка, она просто будет блестеть. Так. Если бы я сделал правильно все в блендере, она бы у меня правильно легла. Заморачиваться этим не буду, потому что я урок вообще про анимацию. Если мы сейчас запустим то, что у нас есть, вот эту анимацию, можно выбрать вот так. Редактировать настройку. Проверяем. Видим, она открывается. Пауза. И закрывается. Теперь мы можем отключить эту анимацию. Здесь она отключается. То есть она не будет срабатывать, когда мы включим. Вот она мертвым грузом стоит. Но мы можем вот здесь добавить, редактировать настройку, нашу анимацию. Выбираем ее. Нажимаем ОК. Вот она вся анимация на 200 кадров. Кадры с блендера не перекидываются, поэтому мы можем вот так вот смотреть, отслеживать, где идет пауза. Пауза идет здесь.
Вот тут где-то начинается пауза. И вот здесь начинается закрытие. То есть мы это отследили, посмотрели. Цифры у нас ставятся, где вот, например, 0, 0 и 4, да? 0, 4. Выбираем дорожку. Вот у нас ее длина дорожки. Здесь ставим 4. То есть мы сейчас ее сократили до 4. Только открытие. Все. Вот у нас анимация открытия на open. Есть. Пропуск кадра утерянных. Так, ля-ля-ля-ля. Это нам не надо. Еще раз проверяем. Прекрасно работает. Все. Так, закрываем. И делаем close. Точно так же. Добавляем дорожку, анимацию нашу, которую мы хотим разрезать, выбираем ее. И вот здесь мы пишем, что переход у нас начинается с 4. А нет, не с 4, там даже было... Стоп. Сейчас мы посмотрим, откуда она. С 4. С 5. С 5. С 5 начнем. Переход пишем с 5. Это закрытие. Проверяем. Вот она у нас закрывается. Все закрылось. Вот мы сделали две анимации. Два синематика. Здесь длина у нас 8.29. Так она остается. Наклейка, я не знаю, что это такое. Не помню. Это какая-то вставка, если нужно сделать там... Так, ставим здесь стоп, закрываем ее. У нас сейчас есть две рабочих анимации, open, close, open и close. То есть из одной длинной анимации мы сделали две анимации. Так, также теперь мы создаем анимацию. Я создаю паузе. В паузе мы редактируем настройку, добавляем нашу анимацию. Добавили анимацию. Вот теперь здесь нам нужно найти начало паузы. С 4, да, начинается с 4 и до 5. То есть с 4 и до 5. Все. Это будет пауза. Вот она у нас пауза. У нас есть три анимации. Open, close и пауза. Можно их менять местами. По-моему, или нельзя. Где? Так. Теперь в сцене нам, например, надо создать. Ну, чем мы будем управлять? Создадим три кнопки интерфейса. Так. Input с кейборда пока поуправляем. У меня QWERTY. QWERTY кнопка, например, V. www. Здесь нужно теперь создать анимационную машину. W. Окей. Так, копируем шифтом. Здесь меняем на так S, например. У нас S. Ой. Меняем на S. Нажимаем ОК. То есть у нас вот две кнопки. И теперь разбираемся с анимацией. Управление анимацией происходит из раздела объект. Animation. Animation Lip Sync — это анимация губ. Animation Switcher — это переключение анимации. Transition — это я не помню, что такое. Но давайте посмотрим, что такое Switcher. Switcher можно добавлять разные анимации и управлять ими. Например, close добавим, анимацию open. Open. Дефолтная у нас close, закрытая, открытая и пауза. По идее, нужно было еще создать анимацию закрытая. Ну, то есть, когда она стоит закрытая, и анимацию, а когда она стоит открытая.
То есть еще несколько положений, но я об этом не подумал. Но вы об этом знаете. То есть тут полностью вся стоит вот эта машина, которая в других движках делается более удобно. Здесь ее нужно самому придумывать. Так. Автоматический включатель на конце анимации. Подождать, пока анимация закончится. Ну ладно. Нажимаем, проверяем. У нас срабатывает анимация закрытия по умолчанию. Да? А у нас она не должна сработать. То есть мы вот этим не пользуемся. Если мы не пользуемся, мы сделаем просто анимацию. Потому что у нас нет точки, что я должен был добавить. Поэтому сделаем просто анимацию. Добавляем. Так, мне надо, чтобы она открылась. Окей. Скорость можно установить, конечное положение. Не надо. Так, если я нажимаю эту кнопку, она у меня открывается. Так, play. Мы сейчас шифтанем. Здесь заменим анимацию на закрытие. Окей. Можно создать условия, чтобы отключалась, например, не работала кнопка закрытия, пока ящик не открыт. Ну, короче, логику здесь можно самому продумывать. Я сделаю простенько пока все, чтобы показать, что анимация работает. Включаем, нажимая W, она открывается. Открылась, нажимая S, она закрывается. Close. W open. S close. А вот теперь фокус. Если я не создам это условие, то есть я еще раз нажимаю S. Но она не срабатывает, молодец. То есть она уже в конечном варианте. Так, W нажал. Еще раз W, если нажму, эта же анимация еще раз проиграется, потому что она не находится в специальном условии цикла. То есть пока она не завершится, например, она не должна эта кнопка срабатывать. А для этого нужно создать условие. Где оно у нас? If, если. Так, если закончено. Вот плохо, что здесь кнопки нельзя отключать. Так бы можно было вырубить эти кнопки, они бы не работали. А так... Надо, кстати, предложить это как идею автору, чтобы он сделал возможность отключения кнопок. Ну, на этом, в принципе, я показал, как разделить анимацию, а уже как дальше с ней работать, это ваши идеи, планы. Как хотите, можете с этим работать. То есть она у меня срабатывает. Меня это устраивает, например. Но если не устраивает, то я тут буду сидеть, заморачиваться с логикой, как это сделать. Вот так. Спасибо за внимание. Надеюсь, что урок был полезным. Увидимся в следующих уроках по данной и другим программам. Всем всего хорошего.